Грушеньки покидаем и поотрабатываем с тобой остаток еды на то, чтобы ты, например, мне в руку, в левую давала игрушки на команду «принеси», например. Так, сейчас у меня все. Стоит моя тренога. Потому что раньше, поскольку у нас была достаточно паршивая игровая мотивация, эти игрушки приходилось на подносе прям выхватывать, чтобы она их более-менее доносила до меня, и можно было ее поощрить. И вот сейчас все, сейчас мы уже приходим к тому, что очень медленно и очень поэтапно мы тренируем вариант, чтобы она сначала хотя бы приносила игрушки в левую руку, потом будем тренировать вариант, когда она заходит на основное положение, потом я беру эти игрушки левой рукой, или другой апортировочный предмет. Вот. И, соответственно, потом уже будем потихоньку удлинять вот это время нахождения игрушки в зубах, чтобы собака не отдавала предмет без команды. Ну, сейчас мы... Тогда принеси. Сейчас мы на таком, на начальном этапе. Ну, а что ты подавилась? Откашляйся, не торопись. Да, не помираешь, все хорошо, не торопись. Все. Давай. Ну что это? Отлично, супер. Молодец. Молодец. Собака. Ой, как жалко. Хорошо. Очень клевая тема. На нас, по крайней мере, хорошо работает. У нас команда рядом. Одно... Малыш, нет. Хорошо. Хорошо. У нас команда рядом, один очень неудобный глюк, она все время пытается забежать немножко вперед на пол корпуса, чтобы смотреть фронтально больше, быстрее получать вознаграждение, лучше меня в лицо видеть и так далее. Вот. Да, ты молодец. Поэтому нам приходилось это убирать, вот эти вот забегания вперед, и на самом деле очень хорошо синхронизирует, ну, нас в данном случае. Да, благородная отрыжка. А нас очень хорошо синхронизирует вот эта вот тема с отходом назад, когда в командах рядом мы начинаем пятиться. Ну, чтобы собака, естественно, пятилась параллельно. Если она...
собаку. Ай, хорошо. Ай, да, супер. Она тогда меньше летит вперед. А куда мы потерялись? Да, молодец. Супер, отлично. Ай, умница. Ай, супер, хорошо. Давай скорей. Ай, скорей, собака потерялась. Ай, скорей, собака потерялась. Да, хорошо. А где посадка у нас? Вот она посадка. Ползла немножко. Да, хорошо, молодец. Молодец. Ай, хорошо. Ай, молодец. Ай, молодец, собака. Ай, такая молодец, собака. Ай, такая молодец. Хорошо. Хорошо. Иди. Чуть-чуть осталось. Давай мы с тобой что-нибудь простенькое поделаем. Да? Давай простенькое тач. Хорошо. Тач. Молодец, отлично. Провокат. Так, это что такое, кто меня здесь нализывает? Кто меня здесь нализывает? Это что за собака такая меня тут нализывает? Это что за собака такая меня нализывает? Нализывает, нализывает. Ну-ка. Еще там блошки. Еще блошки. Не знаю, что блошки. Хорошо. Еще блошки. Хорошо. Хорошо. Прекрасно.